Всем шаббат шалом. Айом ани роце ладун бияхат итхем аля носе меод меод каше. Сегодня я хотел бы обсудить с вами очень сложную тему. Ки ле миспар анашим зе нотен манов шлили, ифшар ломар. Манов это рычаг. Многим вот эта тема может дать такой отрицательный рычаг. אבל מאוד חשוב לחשוב על זה, כי כל אחד מאיתנו יכול להיות במקום של המנהיג. Но очень важно задуматься над этим, потому что каждый из нас может оказаться на том месте, где и служитель. המנהיגות אנחנו רואים בכל התחומים של חיינו. Служение или управление мы видим во всей нашей жизни. הורים וילדים. Во всех сферах, например, родители и дети. И родитель, он является руководителем в доме. И также муж к жене, он является тоже лидером. Несмотря на то, что есть взаимодействие между ними. И сегодня я хотел бы обсудить ошибки служителей, лидеров. המנהיגים הם גם בני אדם כמו כולם. לידеры они также люди как и другие. ופרשת שבוע של היום שמות באמת מתארת לנו טווח מאוד מאוד ארוך. И действительно книга Исход дает нам очень широкий диапазон. מבחינת הזמן. Временной такой отрезок. טווח. Да. כן. Отрезок временной. Борей Олам погешет Моше, уруе снеше боэр, ваэш лохелото. И Моисей видит удивительное событие, где горит куст, и он не сгорает. Потом ушумея бат колу, умер Моше, торид на леха мираглеха, ки адама ша та умед алеха и душа. И вдруг он слышит голос Божий, говорящий ему: Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, она святая. И Создатель Вселенной начинает говорить с ним. Лифне 10 дакот Моше у бихла ло хашав аля крия, аля агдаша, ая ло тухниот ли хаяв. 10 минут до этого Моисей даже не задумывается о призвании от Бога. У него были, возможно, свои планы на жизнь. Аю тухниот. Были планы. И теперь вдруг ему нужно все менять. У него есть семья. Он является пастухом овец. Природа, птички. И вдруг он видит горящий куст. Может быть, ему нужно было просто идти своим путем. Он подумал бы, зачем вообще он туда обратился. Это часть человека, не просто любопытство, а увидеть что-то, что он никогда не видел раньше. И Бог призывает Моисея идти в Египет для того, чтобы вытащить народ его из рабства. Он говорит, как я это сделаю? С тяжелыми устами, говорит Моисей. Я вообще не знаю, как что говорить. Есть те, что говорят, что в 40 шана в Мидбар есть такое мнение, что на протяжении 40 лет в пустыне Моисей вообще не разговаривал, не общался с людьми. Я так не думаю. Но мы видим характер Моисея. Скромный человек. Не гонится за славою. Хочет жить спокойной жизнью. אבל הוא מנהיג בטבע שלו, כי אנחנו קוראים גם כאן, איך הוא
Яген аль ципора. Но внутри, по своей природе, мы видим, что он лидер, потому что мы увидим впоследствии, как он защитит Сифору. Здесь мы это видим. Не в продолжении. В нашем недельном отрывке. О, Аган это ципора. Лифне зе угам рацала азор ле ахим. Биглязе уараг это мицри. Он защитил Сифору. До этого мы знаем, что он пытался помочь одному из братьев своих, израильтян, и убил египтянина. Он хотел помочь своему народу, но не знал как. В конце концов, Моисей берет в жены Сифору. Он берет Сифору, свою жену и двоих сыновей, и они направляются в Египет. Старший сын это по имени Гершон. Бен Акатон. А младший? Элиазар. Элиезер. Зе катув басефер шемот, перек ютхет. Об этом написано в книге Исход. Цат йотер. Кирум меухар катув. 17, да? Кен. 18 глава. Шне шемот шеля банав. Вешем айхад Элиезер, ки... צריך לקחת מפסוק שלוש, כן. ואת שני בניך אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכרי. И из 18 главы 3 стих. «И двух сынов его, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей о пришелец в земле чужой». מה שמאוד מעניין, לא כתוב שם אחד ככה ושם השני ככה. Не написано, что имя одного так, а имя другого так. Пасук рви, вешем гаихад Элиезер. А имя другого Элиезер. Эхад вехад кату. Имя одного и имя одного. Кен. В иврите написано. Шав, шеем баим ле тахана решуна, вецрехим ла луншама. Когда они подходят к первой остановке, где им нужно ночевать, אני רוצה לקרוא מפרק ד', פסוקים 24 עד 26. С 4 главы, с 24 стиха по 26. ויהי בדרך במלון, וימקשהו אדוני ויבקש מיתו. ויקח ציפור הצור, ותכרות את ארלת בנה, ותיגע לרגליו ותאמר. כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו אז אמרה, חתן דמים למולות. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от нее Господь, тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». А Моше иским лалехет. Моисей согласился идти. Укибель шлуша утот. Он получил три знамения. Уая мухан лалехет ве уалах. Он был готов идти, он пошел. Ве питом анахну курим шегу пугеш эт Элохим. И вдруг ве мишегу мевакеш ламито. Что он встречает на пути Господа, и кто-то у Бога просит его смерти. Мудрецы говорят, что это был ангел смерти. И он просит умертвить Моисея. Почему? Ошибку, которую сделал Моисей, Лалун, вая царих ласот брит мила ле Элиазар. Перед тем, как он приготовил все для ночлега, он должен был обрезать Элиазара. Есть по омек. И здесь есть глубина. Ки брит мила зе брит леулам. Обрезание – это вечный завет. Ки беле то Авраам. Получил его Авраам. וכולם עשו את זה ביום שמיני.
И все это впоследствии потом делали на восьмой день. А мы варшим умрим, что улай удааг, что бадерех זה מסוכן לעשות והכל, אז הוא תכנן איך שזה לעשות אחר כך. Толкования разные говорят, что, возможно, по дороге он не хотел этого делать и хотел уже впоследствии это сделать. כמעט כולם מודעים סיפור הזה, שלפני, שאנחנו רוצים לעשות משהו בשבילנו, קודם כל אנחנו צריכים לעשות דברים לאלוהים. И я думаю, нам известно, что перед тем, как мы что-то должны сделать для себя, мы должны в первую очередь сделать для Бога. יש המון דוגמאות בתנ"ך. Есть очень много примеров в Танахе. אלמנה שפוגש אותה אליהו הנביא. Вдова, которая встречает пророки Илья. Рав. Во время голода. Нету еды. И что он говорит? Он говорит, иди, сделай мне питу. И говорит, тишма, если кемах кав бабайт. Она говорит, посмотри, у меня муки всего лишь в ладонь дома. Шне крашим. И два полена дров. Два полена дров. Он говорит, лехи таси кодем коль бишвили. Если, и в шарломар, эзе нухиут. Он говорит, иди в первую очередь для меня сделай. Можно было подумать, какой эгоизм. Но она идет и это делает. И в итоге у нее не заканчивается муки. И также масло. И даже масло не заканчивается. זה דברים שקשה להסביר. Это то, что очень сложно объяснить. И קודם כל עשתה לנביא. И она в первую очередь сделала для пророка. А Моше היה צריך לעשות ברית מילה לאליעזר, ולאחר מכן להקים את המחנה, והוא עשה הפוך. Моисей должен был вначале сделать это обрезание и потом уже поставить свой стан, но он сделал наоборот. И если мы посмотрим, сколько до этого Моисей как бы, ну, было сделано с его стороны, и сейчас его умертвить? Приготовлений, подготовки. Три знамения. Он говорит, Аарон будет говорить и будет твоими устами. Многое другое. И вдруг одна ошибка. Аваль маннигим ломдим дворим мамашках. Но лидеры именно таким образом получают урок. А Тора мисаперет лано, валь кама митану лохим эдзе лехаену. Тора нам оповещает, рассказывает, и только несколько из нас берут из этого урок, извлекают. Кулам руим ве мивиним это тауйот шел аманигим. Все видят ошибки лидеров. Михир кавед мишальмим. Что они платят тяжелую цену, высокую цену. Давид амелех угама сатауют. И также царь Давид, он совершал ошибки. Нахон? Так ведь? Яхадим зе уло фахлиот уэв шел элогим о бен адам ра. Но вместе с этим он не стал плохим человеком или идти против Бога. Потому что все совершают ошибки. В чем разница между лидером и обычным человеком? И лидер, он готов быть примером, заранее зная, сколько ему это будет стоить. Элохим лукьях это манхиг, мерим ото лемала,
Роим ото кулам. Бог поднимает лидера вот так вот вверх, и все его видят. Атароце, улороце, амабатну фель алакоса зерша. И хочешь ты, не хочешь, но твой взгляд, он сейчас падает на этот стакан. Вероим ото гамми лемата, гамми отцад, вегамми колацдадим, роим это манхиг. И его возможно увидеть со всех сторон, снизу, сверху. Кама тов лашевет бапина. Насколько удобнее сидеть в углу. До этого я не поднял. До этого вы не обращали внимания на стакан. Нахон? Так ведь? Ах, враг, ши рамти ото, мазы баяд? Только когда я поднял, что вы увидели в руке? Космайм. Стакан воды. А мангигу мухан, ши элухим иках ото ве ярим, лидер готов, чтобы Бог его поднял, и все увидели его. Не из-за славы. Не из-за величия. Но это такой путь. Очень тяжелый путь. Оценивают по-другому. Всегда. Всем шикулим. И взвешивают. А Ципора и Циля ото. Сифора его спасла. Еш помила, ба пасук ислим вешеш, ве иреф мимену. Хахамим омрим, гу нирпа мияд. Еш пореш. וחף שני אותיות משורש רפואה רופא וירף הוא עזב אותו. Есть тут слово и отошел от него Господь. Мудрецы говорят, что в тот момент сразу исцелил его Господь. Там есть рейша пей. Давка бы иврит ло катув шейрев мимену Адонай. Не написано в иврите, кстати, что отошел именно Господь от него. Тиргиму шезе Адонай. Так перевели в русском. Бамакор ифшар лавин ирев мемену малаха мавет. Но в оригинале можно понять, что от него ангел смерти отошел. Ло Адонай. Не Господь. Шекотвим ба двар Адонай килу азафу то элогим эзе машура. Если это Господь, то это тогда что-то плохое. Ло роим эзе ба иврит. Но в иврите мы этого не наблюдаем. Анахну роим ше ирев мемену. Мы видим, что отошел от него. И кто просил его смерти? Если это Господь, то кого, у кого он тогда это просил? Однозначно понимаем, что это был ангел смерти. И когда Сифора обрезывает Элиазара, то мгновенно уходит ангел смерти от него. Нога ли раглав? И коснулась ног его. Кен, нога бы раглав. Коснулась его ног. И рев малахамавет. И отошел ангел смерти. Моше? Мияд нирпа. Моисей мгновенно исцеляется. Анахну руим, что зе ая машу рухани, зе ло ая махалат физи, о еще зе хульша. Мы видим, что это было что-то духовное, это не что-то физическое было, как грипп. Карбоновирус. Или вирус какой-то, как корона. Карбона, карбоновый вирус. Карбоновирус. И Моисей продолжает идти по своему пути. А Тора кимат ло месаперет лану, мазе ая ве мадуа зе ая. Тора не объясняет нам, почему это случилось. Ани мацати маком меод меаньян. Я нашел интересное место, шенутен лирот лану, которое дает нам увидеть, эх Моше масар эта шигур азе. Как Моисей
передает этот урок своему народу. Сефер Йошуа. Книга Иисуса Навина. Нахон. Перек Гей. Пятая глава. Шам Исраэль авар Ярден. Там Израиль перешел Иордан. Сам Махане лифне Ерихо. Поставил стан перед Ерихоном. Маусе Йошуа бен Нун. И что делает Иисус Навин? Брит мила леколам Исраэль. Он обрезывает всех сынов Израилевых. Маэзе типшут эфшар ломар. Можно сказать, какая глупость. Лама ле осита зе лифне Ярден. Почему это до Иордана не сделать? Атем авартем нагар. Вы перешли реку. Умдим ке махане лифне мелхама. Лифне Ерихо. И станом стоите перед войной, перед Ерихоном. Кен? ואתה עושה ברית מילה? И сейчас ты делаешь им обрезание? איפה היגיון? А где логика? כאן. Именно здесь. А Моше היה צריך לעשות זה אליעזר. Моисей точно так же должен был это сделать Элиезеру. הוא חשב אחרת. Он думал по-другому. הוא טעה. Он ошибся. הציפורה הצילה גם Моше וכל העניין. И Сифора в этом деле помогает Моисею. Йошуа бен Нун. Иисус Навин, Талмид шель Моше Рабейну. Он был учеником Моисея. Уки бе лапид ми ядав. Он перенял у него факел. Кен. А мируц ая кибель Йошуа бен Нун. И теперь преемником становится, перенимает эстафету Иисус Навин. Кен. Азе. Пасук шалош. ויעש לו יהושע חרבות צור וימל את בני ישראל אל גבעת הארלות. Третий стих. И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. מדוע ישוע בן נון עושה את זה? Давка каха, бамаком леонох, базман килу леонахон, лифне мелхама. Почему Иисус Навин делает это тогда, когда не очень это подходящее время и не очень удобно перед войной? Зота храза, чеколям Исраэль, нишан альшема Дунай. Это некое провозглашение в духовном мире, что весь народ израильский, он полагается на имя Господа. Не на силу свою. Не на количество солдат. Но на имя Господа. Потому что именно в слабости Бог показывает силу. Есть от дворим, что нотним лану лирот, кешер бен парашат шавуа увен автора. Есть еще вещи, которые показывают нам связь между недельным отрывком и авторой. Автора ле парашат шавуа шемот сефер Ирмияху перек алеф. Авторой является на этот недельный отрывок Иеремия, первая глава. Ад пасук шалош ми перек бет. До третьего стиха второй главы. Гам по ба парашат шавуа шемот, ве гам ба автора, Моше Рабейну ве Ирмияху омрим ото амилим. Ках мишу ахер, они ло матим. Как и в недельном отрывке, так и в авторе, Моисей и Иеремия говорят те же слова. Возьми кого-то другого, не меня. Кен? Ках мишу ахер. Кого-то другого. Шама у мазбиру миран людели дабер они каше сватаем. Тут Моисей говорит, что я не могу говорить, я тяжел устами. Мау мир Ирмияху. А что говорит Иеремия? Анухи наар ани ло мухан ках мишу ахер. Я не готов, возьми кого-то другого. Анухи наар. Анухи. Анухи, зато мирит они. Я наар. Я молод. Кен, замашу мир Ирмияху. Он говорит, я не готов. Кен. Они цаир, они лояхоль. Я молод, я не могу.
ויש אותו מילים שאלוהים אומר גם לירמיהו וגם למשה. Есть те же слова найдены, которые Бог говорит и Моисею, и Иеремии. Аль тира мипнеем и итха анухи, не бойся. Неума Дунай. Не бойся их, ибо я с тобою и спасу тебя, говорит Господь. Гам по пасук 19, перек решен сефер Ирмияху. Первая глава книги Иеремии, 19 стих. Элохим омер. Бог говорит. Венилхаму элейха вейолех ве ло яхлу лах. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Там Моисей должен был идти к фараону. Фараон в Египте считался Богом. Все это знают. Игия бен Адам роэ цон. Приходит человек, пастух овец. Ве умер чахрер это амшели, анахну цехим лавод это Адонай. И говорит, освободи народ наш, нам нужно служить Богу. Эзо хуцпа. Какая наглость. Яхолим ле амит ото бекуль рега. Могли его умертвить в любой момент, Моисея. Аваль. Но нету разрешения. Мишамаем, эн ишур. Нету позволения с небес этого сделать. Вот то давар Иеремияху. То же самое Иеремия. Изе гураль каше у нави шесаваль ани хушев арбе йотер миакулам. Какая судьба тяжелая была у пророка, он пострадал, я думаю, больше из всех. Ахшав тиру. И сейчас посмотрите. דבר מאוד חשוב אני רוצה לומר. Очень важную вещь я хочу сказать. עד כדי כך מנהיג צריך לדעת רצון אלוהים. Настолько лидеру нужно знать волю Божью. Моше הגיע לפרו ומה הוא אומר? Моисей обращается к фараону и что он говорит? תשחרר את העם שלי, אנחנו הולכים. Он говорит, освободи народ мой, мы уходим. יודעים שפרו רדף וכולם, כולם טבעו במים. Мы знаем, что фараон впоследствии погнался за ними, и все утонули в море. Нахон? Так ведь? Шавма умер Ирмияху. А что говорит Иеремия? Тилху ле Бавель. Идите в Вавилон. Зербе ютер каше ми маше аса Моше. Это намного сложнее того, что сделал Моисей. Кулам хошвим у бугет, у ло мидабер килу литов шел аам. Потому что все думают, что он предатель, он не говорит во благо народа. מי שקרא את הספר הוא יודע שמבבל לירמיהו גם רצו לתת תפקיד, אדמות, הכל, והוא לא לקח את זה. Все, кто читает, знают, что Иеремию хотели дать ему в Вавилоне и определенную полномочия и власть, но он не взял этого. גם אדמות. Также земли. פה בישראל. Здесь, в Израиле, земли. הוא סירב את זה. Он отказался от этого. ועשה נכון. И поступил правильно. И в его время настолько тяжело было идти против течения, против всех лидеров народа, страны. Он был священником. Насим айо омрим ло, тагид лану двар Адонай, ма шеата тагид, никабель, анахну зеу. Ахшав, вот ахшав, тагид лану. Говорят ему лидеры, вот сейчас скажи на волю Божию, мы поступим так. Вигумер леху либавель. А он говорит, идите в Вавилон. Каха атем тацилю хаих. Вот так вы спасете свою жизнь. Каха атем тацилю это ам. Вот так вы спасете свой народ. Меху лазбиредзе. Кто это может объяснить? Бесуфошель давар ам Исраэль сарад бабавель. В конце концов, народ израильский, да, выжил в Вавилоне. И вернулся на свою родину. Построили храм, стены.
תקשיבו, היום רוצים לעשות הגבלות. Сегодня хотят сделать ограничения, поставить. Хотят сравнивать Израиль со всеми другими странами. Это невозможно. Это неправильно. И это ошибка. Те, которые сравнивают Израиль с Украиной сегодня, совершают огромную ошибку. Первое, нет обетований на Украину, есть много обетований по отношению к Израилю. Во-вторых, Базман Ахарон, в последнее время Илгим умер, что он ишпот коля мединот и коля адамот и коля амим. Бог говорит, что Он будет судить все земли, все народы, и между ними там будут войны. Израиль не входит вот в это число. И есть причина, почему это происходит. Израиль – это причина, почему этого не будет происходить. Израиль – это причина, почему это будет происходить. Каждое отношение по отношению к Израилю, вот с других народов, становится причиной. Потому что те, кто благословляет народ израильский, будут благословены. А те, кто проклинают, будут прокляты. И до сегодняшнего дня это работает. И каждый пусть задумается над этим сам. Лама. Почему один идет воевать против другого? Почему? Есть много вопросов, на которых нет ответов. Но мы знаем, что для каждого, для всего есть причина своя. Ничего просто так не происходит. Если Израиль был беседер, и когда Израиль был в хорошем состоянии, в порядке, Белайла эхад, в одну ночь Малаха мавет, ангел смерти Яшмид, он уничтожил 185 тысяч солдат. Бог уничтожил, даже не нужно было воевать Израилю. В одну ночь. Балайла эхад. В одну Кен. Ночь. А я сибаля зе. Была причина этому. Что Израиля я кадош. Когда Израиль был святым народом. Афилу хая лихад ло я нофель базде акрав. Даже один солдат не умер на поле битвы. Кол аулам куло. Весь мир. Платят цену за свои грехи. Кто прав, кто не прав, все беззаконники. Все беззаконники. Мы тоже беззаконники, народ израильский сегодня. Огромная благодать и милость по отношению к Израилю. Я не могу этого объяснить. Но поведение народа израильского сегодня, оно требует, заслуживает смерти. Мы знаем, что есть остаток. Мувхар. Избранный остаток.
זה דבר אחד שאפשר להסביר הכל. Это единственное, как можно все объяснить. עם ישראל פה, בפרשת שבוע, גם היה פושע במצרים, כי אח היה מכה את האח שלו. Народ израильский в нашем недельном отрывке в Египте тоже проявлял беззаконие, когда брат бил брата своего. Но несмотря на это, Бог исполняет обетование свое. אנחנו לא צריכים עם מיקרוסקופ לחפש הבטחות לעם ישראל פה בכתבי הקודש. כתוב שחור על גבי לבן, ללא פירוש אפשר להבין את זה. Нам не нужно под микроскопом рассматривать обетование в Слове Божьем. Черно по белому все написано. כלפי ישראל. По отношению к Израилю. כן. משך שייך לכל הגויים בעולם. То, что относится ко всем народам в этом мире. Ишайяху אומר, יהיו משפטים. Исаия говорит, обещает, что будут суды над ними. עכשיו, אף אחד לא יפקיד אותי לבחון מי צודק שמה, מי לא צודק שמה. Никто не поставил меня, чтобы выбирать, судить, кто там прав, а кто нет. אני לא יודע. Я не знаю. אמנם שנראה לי ככה או ככה, אפשר להסביר הכל. Несмотря на то, что мне, может быть, правильнее кажется так или так. אבל זה משפט. Но это суд Божий. אנחנו מתקרבים לזמן אחרון. Мы приближаемся к последнему времени. יהיה עוד יותר גרוע, יהיה עוד יותר קשה. Будет еще сложнее, еще ужаснее. היום אנשים מחכים בין המאמינים. עוד מעט יהיה יותר טוב, עוד מעט אנחנו נעשה כנס, עוד מעט אנחנו נעשה איזה חג. Сегодня среди верующих ведутся разговоры, что настанет лучшее время, мы вновь сможем совершать конференции, там, праздники и так далее. הכל מדרדר. Но все идет на ухудшение. אף אחד היום לא יכול לטוס חופשי. Сегодня никто не может свободно летать. עוד שנה יהיה עוד יותר קשה. Через год будет еще сложнее. Зеленый вуа. Это не пророчество. Зе увда. Это факт. Эн по неву от бихлал. Нету здесь пророчеств. Виманигим к мошекулям. Я холим ли то, ласот таут. И лидеры, как все, могут ошибаться. לא צריך לשפוט אותם על המקום. Не нужно их судить на месте. כי מנהיג אמיתי הוא דואג על טובת של העם. Потому что настоящий лидер, он всегда заботится о благе народа. מי יוכל לדעת בזמנו של ירמיהו? Кто мог знать во времена Иеремии? שטובת העם ללכת בבל. Что благо для народа это идти в Вавилон. זה עדיין זה קשה לקלוט. Даже до сих пор это тяжело понять. וכולם יודעים, כן, זה רצון אלוהים. Все знают, да, это была воля Божья. אתם יודעים עוד מדוע אסור להשוות ישראל ואוגנדה, אוקראינה, Вьетнам, ФУШОД, Ирак, Людема. Вы знаете, почему Сурия. Еще нельзя сравнивать Израиль с другими народами, там, с Сирией, с Ираком или с Угандой? ФУШОМЕЛХАМОТ, и где ведутся войны сейчас. Они ТЕНКАМАДУГМАОТ. Я дам несколько примеров. БАНИМ ШЕЛЯ АЛУФИМ ШЕЛЯ НОЧИ ЮШВИМ БАМУКЕД НОФЛИМ БААЗА АЙОМ АХШАВ. Сыновья наших командиров, офицеров, генералов поставленных в Израиле, которые сидят вот в офисах, их сыновья гибнут в Газе. Есть давар казе ба Украина, они что? Такое есть в Украине? Асур ля швот? Нельзя Аша. Сравнивать. Нахну бы Израиль 24 שנים, אני זוכר איך יצאו מעזה בשנת 2005. Мы здесь уже в Израиле 24 года, и я помню, как выходили из Газы в 2005 году. Кавашну ועזבנו. Мы захватили и оставили.
Ливаном то давар. С Ливаном то же самое сделали. Коля Негев, Синай. Весь Негев. Башнат Шишим Вишева. В 67-м году. Коля Синай, а я Шилану. Весь Синай принадлежал нам. Ликрата Шалом Масарну Амон, Амон Адамот, Ликрата Шалом. Шилой Поль от Бенадам и Хадби Исраэль. Но ради заключения мира, чтобы еще не пали наши солдаты, мы отдали много земель. Гуждан. Гуждан. Дачили зеленохон, а вальмасру ликрата шалом. Мое мнение это было неправильным, но ради мира отдали эту часть. Миусеце баулян, так идули ми. Кто это делает в мире? Вот так вот. Афихат лиусеце. Никто. Израиль. Только Израиль. Миусе ахлафот. Бенадам рагиль. Эхад. Гилад шалит. Шихриру 1200. 1200 мехаблим. Кто делает обмен многих ради одного, как Гилад Шалит, за которого дали 1200 террористов? Шехриру, шелху. Освободили, отослали. Эхад тахзиру лану. Для того, чтобы одного вернуть домой. Шехзор ля аба ваима. Чтобы мог вернуться к маме, к папе. Аль тагиду, ше Исраэль ве Украина зе ото давар, зе ле ото давар, ве аф пам ле ая ото давар. Умнам, שאמרתי וכל הזמן אני אומר שאת מה שעושים שם היום רוסיה זה פשע מוחלט. И никогда нельзя сравнивать вот в таком положении Израиль с Украиной, несмотря на то, что я как говорил, так и говорю, то, что совершает Россия на территории Украины, это полное беззаконие. אבל אי אפשר כאילו לעשות ואומר להשוות, הנה אנחנו אותו דבר, אנחנו ביחד, לא. Но нельзя теперь говорить, вот мы тоже в таком положении, мы это то же самое, нет. Это не то же самое. Это очень запутано все. Народ израильский в силе Божией вышел из Египта. Баят хазака увезронни туя уциотану бит авадим. Крепкую мышцею и простертую рукою он вывел нас из рабства. И никто не может это остановить. Афихат. Никто. Лёю халатсур. Не сможет остановить. Не смог. Не смогут остановить. А, прошедшие. Не смогли. Никто это не смог остановить. אנחנו יצאנו ממצרים אז לא היום. Мы вышли из Египта, и никто это не остановил. אהובים שלי. Возлюбленные мои. Сатан פועל בעולם הזה היום, והוא רוצה שלא יהיה שלום בין המאמינים. Сатана, он действует в этом мире таким образом, чтобы не было мира между верующими. Наша страна на небесная. И все ценности вот этой небесной страны мы должны показывать здесь, вот на этой земле. היום מאוד קשה לדבר כי אנשים חושבים כבני אדם לא חושבים על מה שקורה בעולם לא חושבים לא מסתכלים על זה בעיניים של כתבי הקודש. Сегодня люди как по-человечески смотрят на эти вещи не через священные писания. אני ככה, הוא ככה, אני צודק, הוא לא צודק, אלה טובים, אלה רעים, כולם, כולם פושעים. Эти правы, эти неправы, эти хорошие, эти плохие, все беззаконники. А милхамот ло осе логим. Анашим руцим ли лахем. Анашим руцим ла рог и хады ташини. Войны – это не дел рук Божьих, это люди хотят убивать друг друга. Бигляль пеша, бигляль хет. Из-за беззакония, из-за греха. Канаим. Завидуют. ומאמינים רוצים לפחות להסביר משהו ושופטים אותנו.
и верующие хотят что-то объяснить и судят их. אני יכול לומר באופן אישי, שונא מלחמות, אני. Я лично хочу про себя сказать, что я ненавижу войны. אני שונא צבאות, הכל, אני לא אוהב את זה. Я ненавижу вот. בגדים של צבא. Войска. Носите шрут шама, бабрит там отцу. Войны, одежду, вот армии. Я сделал армию в Советском Союзе. Шам. Там. А вальпо бе Исраэль за йоце дофен. Но здесь, в Израиле, это исключение. Кешану цава агана. Потому что у нас армия обороны. תקשיבו, אין לנו שטחים, מדינה קטנה מאוד. У нас нету много территории, очень маленькая страна. נכון? אבל לקראת השלום גם זה מוכנים לתת. Но ради достижения мира мы даже это готовы отдать. מי עושה את זה? Кто это делает так? Кто так поступает? כדי פשוט לעצור מלחמה. Просто ради того, чтобы остановить войну. בסופו של דבר, אפילו... מלחמה שהייתה 100 שנים עצרה והגיעו למשא ומתן. В конце концов, та война, которая длилась 100 лет, остановилась и пришла к переговорам. נכון? Так ведь? כמה מתים בזה זמן? Сколько умерших было за это время? למה לא להגיע למשא ומתן מיד? Почему сразу не прийти к переговорам? ועכשיו? И теперь? כל המלחמות שהולכות בעולם. Все войны, которые происходят в этом мире. היום. Сегодня. בגלל שטחים. Во-первых, из-за территорий. כן. ומה שלקחת מהאדמה. И то, что можно взять из этой земли. בגלל זה לוחמים. Из-за этого воюют. אנחנו לוחמים על חיינו. Мы воюем за свои жизни. Кируцим пашут ляшмид отану. Потому что хотят нас уничтожить. Здесь в Израиле нет ничего. Просто хотят нас уничтожить. Мы просто защищаем свои жизни. Им даже не нужны наши территории, есть много земель. Но они хотят нас просто уничтожить. Они батуах. שבביאת המשיח הכל יסתדר. Я уверен, что при пришествии Мессии все встанет на свои места. אבל לפני זה. Но до этого. יהיה עוד יותר גרוע ועוד יותר גרוע. Будет хуже и хуже. יהיה רעב. Будет голод. יהיו מלחמות. Будут войны. יהיה דבר. Будут эпидемии. בגידות. Предательство. והיום אנחנו כבר רואים את זה. И сегодня мы уже наблюдаем за этим. איך לשרוד? Как выжить? להיות נאמנים כמו שהיה נאמן משה. Быть верными, как был верный Моисей. להיות נאמנים כמו שהיה נאמן ירמיהו. Оставаться верными, как был Иеремия. ולהיות ביחד בקהילה אחד. И быть в единстве, вместе, в общине. קהילה בסופו של דבר ישרוד. זה בטוח, זה כתוב. Мы точно знаем, кто выживет, это община, об этом написано. צריך להיות בגוף המשיח. Нужно быть в теле Мессии. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, אבא, תודה לך על דברך. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Ну ладно, בזמן הקשה מאוד. Мы родились в очень тяжелое время. И очень много что ожидает нас. Благодарим Тебя, что мы можем быть в своей земле. Сохрани нас в Твоих руках. Тазор лану лисрод в... לעזור לאחרים גם לשרוד. Помоги нам выжить в это время и помочь другим выживать. תחזק אותנו. Укрепи нас.
תמלא בחוכמה. Наполни мудростью. מתפללים בשם ישוע המשיח אדוננו. И молимся во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь.